Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня идем с вами в магазин низких цен, в магазин «Светофор». Будем смотреть новинки и ассортимент. Город Курск, улица Димитрова. Желаю вам приятного просмотра! Давайте посмотрим, что здесь у нас на стенде сегодня. Кукуруза сахарная в зернах, 39,90, горошек зеленый. ГОСТ 510 мл, 55,20. И предлагают нам горбушу. Свежемороженую за 1 килограмм 191,90. Вот Димитрова 66, точный адрес. Горбушу я брала здесь. Всегда, если вижу, что она не сильно замороженная, да, свеженькая, всегда была очень хорошая и даже иногда с икрой попадалась. График работы магазина с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Как обычно, будет несколько выпусков из этого магазина, чтобы ничего не пропустить. Многие здесь рядышком живут, поэтому просят показывать по определенному адресу весь ассортимент магазина. Что у нас здесь есть? Первое — это стол обеденный, да? Стол очень хороший, кстати. 1894 рубля он стоит. На металлокаркасе красивые хромированные ножки. Доска знаний мольберт. Двусторонняя, 1170 рублей. Далее у нас стол универсальный за 708 рублей. Стол интерьерный с выдвижным ящиком, 1374. Очень красивый оттенок, что у этого стола, что с выдвижным ящиком, такой под дерево. И могу сказать, что я себе такой стол купила вот с выдвижным ящиком. Очень он красивый, удобный. Пользуюсь на нем ноутбуком, с удовольствием, все хорошо открывается и все нравится. Что здесь еще у нас есть? Здесь также появилась лопата перфорированная с оцинкованной планкой. Поближе покажу размеры данной лопаты. И стоит вот 239 рублей. Не забудьте, что к этой лопате сразу идет в комплекте черенок деревянный. Пластик сам по себе немножко, конечно, гнется. Но в целом я бы сказала, что качество неплохое. Вот она, оцинкованная планка. Нормально она так закреплена. Рядышком здесь у нас стоят, вот они, все ровненькие, кстати, обработанные черенки. И идем с вами дальше. Ледянка «Скороход», 112 рублей, 65 на 42 сантиметра. Я думаю, что сейчас у нас уже снежок, кстати, подвыпал, правда, тает. Но сейчас чуть-чуть, и будут их разбирать, как горячие пирожки. Бордовый и серый цвет здесь. Также мы видим с вами пищевой бак с крышкой на 45 литров. Стоит он 413 рублей. Конечно, шторы «Виктория» в ассортименте, где крепления на липучке. Их много. Наверное, у нас уже их люди набрали. Уже лежат они, особо не пользуются спросом. 283 рубля стоит такая штора. Но она больше как декоративная. Я вам ее показывала как-то в одном из видео в открытом варианте. Был такой... Была возможность. Размер 60 на 120 сантиметров. Показывала уже много раз, не будем останавливаться больше на ней. Далее система Кашпо Лотос с прикорневым поливом на три вот таких вот цветочных горшка, можно сказать так. Многие покупали их на лето, ставили на окно, сажали там петунии и так далее. Стоит всего лишь 208 рублей. Отзывы неплохие. Самоклеящаяся панель кирпичики. Так, а где же она у нас тут лежит? Я так думаю, что ее разобрали. Может быть, переложили. Были такие панели. Ну ладно, сейчас их тут не вижу. Ящик для инструментов. Вон он стоит вдалеке. Стоит 289 рублей. Бокс универсальный. Неплохой такой, но небольшой. Но для каких-то швейных принадлежностей. Для хозяюшек, для рукодельниц пойдет. В голубом цвете 209 рублей. 28 на 15 на 12 сантиметров размер его. Далее у нас емкость пищевая для засолок, то есть такая некая бочка с гнетом. Отзывы хорошие, берут и берут. И пишите мне, спасибо большое за ваши отзывы. 455 рублей на 20 литров. Далее у нас бокс с крышкой на 18 литров, 154 рубля. Речь идет вот об этом боксе. Я помню, что в одном из магазинов нашего города вам показывала, что эти боксы были синие. Здесь есть вот такие вот еще оттенки зеленые с крышкой. Крышка такая матовая, белая. Неплохой бокс, даже для детской комнаты может.
потому что он яркий и интересный. Но вот эти вот контейнеры с крышкой, створками вообще шикарные. 373 рубля на 53 литра. Они еще бывают поменьше. Здорово туда складывать игрушки. Смотрите, как много здесь у нас гладильных досок. По 748 рублей. Они с подрукавником и подставкой для утюга. Что самое интересное, они могут по высоте регулироваться. Два положения высоты, 0,7 и 0,8. Это очень удобно. И еще плюс, можно выбрать расцветку. Расцветки все появляются и появляются, разные и новые. Выдерживает эта доска 10 кг, это максимальная нагрузка у нее. И размер 1200 на 345 мм, указано так. Здесь у нас коврик-травка в коричневом цвете. Еще он был, помните, в зеленом. Здесь вижу только в коричневом. Стоит 79 рублей, 40 на 60 сантиметров. Форму держит очень хорошо. Ячеистый такой. Думаю, что вся пыль, грязь и песок точно в нем останутся и не дадут убежать куда-то дальше по дому. Здесь у нас много всякой всячины. А что именно? Акриловый лак для дерева. Состав тонирующий. Далее всесезонные удобрения. Покажу вам вот так поближе. Они уже были у нас в продаже и очень давно. Еще были, помните, из этой серии «Мечта червяка». И по цене. Лак по дереву 280, удобрение «Находка» 178 и антисептик тонирующий 309 рублей. Еще вот такая вот есть грунтовка акриловая для наружных и внутренних работ. Даже с фруктовым ароматом. И знаете, указано, что она глубокого проникновения. 5 литров 96 рублей. Приманка зерновая от крыс и мышей 200 грамм 21 рубль. Даже здесь есть приманка, это вот она. Далее у нас краска для стен и потолков белоснежная на водной основе. 3 килограмма 79 рублей. Пакеты для мусора на 35 литров 30 штук. По 40 рублей они, пакетики. С завязками. Пакеты неплохие, я покупала, у меня все хорошо с ними, не порвалось. Удобно, что с завязками. Завязки ручки, знаете, такие некие получаются. Что касается порошков. Смотрите, здесь тоже завалы у нас Бимакса 6-килограммового по 300 рублей. И вот этот новый порошочек у нас завозят по всем светофорам. Называется он Сафир 60 стирок, он на 9 килограмм. Стоит этот порошок 249 рублей. Отзывов пока на него не было. Он у нас буквально только появился. И здесь еще стоят при входе новые корзины для белья. Вязаная с крышкой на 58 литров. 459 рублей. Очень красивая корзина. Здесь в сером и в белом цвете. Сделано очень хорошо. Никаких огрехов пластика я не нахожу. Крышка тоже замечательная. Показывала вам их ближе как-то уже несколько раз. В общем, корзины суперские. И знаете, пластик такой очень плотный. Вообще не изгибается ни в какую сторону. Это тоже плюс. Не сломается сразу. Конечно, Ленор. Он тоже у нас всегда прямо в продаже. 4-литровый скандинавская весна аромат. Такой приятный. 184 рубля за 4 литра. Я считаю, что по деньгам нормально. Жидкое средство для стирки от Сорти. Чистота и мягкость. 229 рублей. 3 килограмма. Хороший гель. Я им стирала неоднократно. Мне он понравился. Цветущий сад. Это кондиционер для белья. Большая упаковка. 5 килограмм в ней. 107 рублей. Далее кондиционер для белья уже поменьше. Называется он Камертон. Морозная свежесть. 3-литровый. 93 рубля. Средство для стирки. Точнее гель. Для взрослого и детского белья. 3 литра. 300 здесь даже, по цене 141 рубль. Бесконтактный очиститель, предназначен для любых стеклянных поверхностей, а также стекол, фар, зеркал автомобиля. Удобно, что вот такой вот распылитель, то есть удобно держать в руке, брызгать, и еще плюс водосгон есть. Потом можно использовать для каких-то других средств, когда закончится. Стоит 114 рублей. Мистер Пропер для мытья полов, также стен, очень хорошо подходит, многим нравится, 69 рублей, 750 миллилитров.
Далее у нас средство для посуды. И это АОС. Бальзам. Большая упаковка, 1000 грамм. И для такой упаковки бюджетная цена всего лишь 69 рублей. Капля. Это тоже средство для мытья посуды. Сода Эффект. Вот она, капля наша. 45 рублей 850 грамм. Порошкообразное средство от Сорти. Ультракомплекс, аромат лимона, универсальное чистящее средство, которое не содержит хлор. 400-граммовая упаковка. Стоит 19 рублей. Жидкое мыло в удобной упаковке с удобным дозатором. Малина и мята, аромат. Объем 1 литр. По консистенции средняя. Не жидкая, не густая, именно средняя. 50 рублей. Много здесь и салфеток, и также отбеливателей. Мистер Тесс, как раньше вам показывала уже, все здесь есть в наличии. Смотрите, сюда тоже привезли вот этот поддон универсальный для обуви. Да и не только, вот здесь вот применение. 37 на 70 сантиметров для обуви, для животных, для растений, в шкафу, на полке, в ванной и на даче. Стоит всего лишь 75 рублей. Вот здесь вижу, что новая упаковка какая-то. Посмотрим, что это. Производитель Золушка. Бренды. И средства для прочистки труб. Чистые трубы, канализационные трубы. Прочищает засоры и устраняет запах. Здесь получается сразу несколько пакетиков, а именно 6 штук. Так, а сколько же? 90 грамм в каждом пакетике. Сколько стоит? Посмотрим сейчас с вами. 71 рубль. Это новиночка. Такого еще не было. Надо попробовать, кстати. Но почему-то мне больше нравится в жидком виде. А это именно порошкообразный такой, знаете. Если пробовали, то, пожалуйста, напишите, как понравилось, устранил засор или нет. Давно не видела в продаже вот этого крема для рук и тела с увлажняющим эффектом. И действительно, он хорошо очень увлажняет. И хочется сказать, что большая упаковка, здесь 250 мл. Очень приятный, такой сладковатый. Даже аромат авокадо и ши. Стоит 37 рублей. Я когда-то давно купила такую упаковку, до сих пор им пользуюсь, потому что очень экономичный формат. Нужно буквально немножечко. Далее у нас средство от Фа, это гель для душа за 100 рублей. Миндальный крем. Смотрите, привезли у нас сюда от Камей гель для душа 400 мл, 99 рублей. Очень хороший, я здесь его покупаю постоянно. Не заметила разницы, если купить в другом магазине. Тимоти, шампунь для всей семьи, чистота и свежесть, аромат дикой розы, 400 мл и стоит 64 рубля. Бальзам от бренда Любимый за 87 рублей, вот такой большой флакон. Лак для волос Романтика, 300 мл, 57 рублей. Конечно, крем для лица «Зеленая аптека». Сейчас он у нас, по-моему, по всем магазинам «Светофор» в городе есть. Очень хвалят мои зрители именно этот бренд от «Зеленой аптеки». Здесь указано, что мультивитаминный и подходит для всех типов кожи. На основе кокосового масла плюс витаминный комплекс. В этом флаконе 250 мл. Стоит бюджетно 114 рублей. Скрабики, вижу, здесь стоят. Скраб-пилинг для тела, тонизирующий, подтягивающий и моделирующий. Я такой покупала, знаете, что могу сказать, что как скраб он полностью справляется, но почему-то подкрашивает воду. А так, в принципе, хорошо скрабирует кожу, стоит бюджетно 85 рублей 720 грамм. Видите, они разные по цвету, желтый есть и еще был темный, шоколадный такой. Наборы от Красы, бальзам-ополаскиватель и... конечно, шампунь. Тоже неплохой формат. Кому подходит, если для волос, очень даже стоит 131 рубль всего лишь. Так, интересно, какие новиночки мы здесь сегодня с вами встретим. Мыло хозяйственное, 30 рублей литровая. Посуда стоит. Это сковорода-гриль. Ручное литье с антипригарным покрытием, 26 сантиметров в диаметре. По цене 671 рубль. Кто у меня спрашивал про подгузники-трущики? Смотрите, здесь они есть на Димитрова, 349 рублей. И видно, что только завезли, потому что они еще скреплены, видите, между собой. Никто не купил.
А так отзывы хорошие вы писали. 43 штуки, 9-14 килограмм. Это четверочка. В общем, имейте в виду, что здесь появились эти трусики. Также здесь появился вот этот вот шампунь-бальзам для деток. «Принцесса» он называется. 650 мл, экономичный формат. Мягкая формула, уход и увлажнение без аллергенов. Один плюс стоит 85 рублей. Один плюс, я имела в виду, конечно, возраст, потому что многие могут подумать по-другому как-то. Его очень хвалили, на самом деле, для деток тоже покупали уже. Почему я сказала, что многие могут понять меня по-другому? Потому что буквально вчера был обзор, где я показывала вот эту эмалированную посуду и сказала, что она вредная. Много было очень комментариев. На самом деле, друзья мои, я имела в виду совершенно не эту тематику, не этот подтекст, который вы поняли. Хотя, возможно, я бы поняла так же, может быть, выразилась не очень корректно. Я имела в виду, что вообще я обожаю эмалированную посуду. И это моя любимая, на самом деле, посуда. И она, конечно, не вредная. Я имела в виду, что с ней нужно аккуратничать. Она такая, может быть, немножечко как завредничать, знаете. Может, например, отбиться что-то, потому что это же эмаль. Нужно с ней быть аккуратными. Вот почему я сказала, что она вредная. Вредная посуда сама по себе. Надеюсь, что вы меня поняли в этом выпуске, что я имела в виду. А так, конечно, все прекрасно. Но со сколами такую посуду лучше не использовать уже. Это действительно так. Лучше быть просто аккуратными с ней. По цене сейчас скажу. Набор кастрюль «Хозяйка» на 3 литра и 5,5 стоит 1129 рублей. Смотрите, здесь уже у нас другой, видите? Они все голубенького цвета, но рисуночки сами отличаются всегда. Здесь вот такая вот прелесть. Но, к сожалению, на маленькой кастрюльке есть брак. Но я думаю, что это не проблема. Здесь много прям завалы посуды стоят. Если уточнить, думаю, что вам достанут. И вы выберете новый набор, который никто не трогал еще. Здесь у нас новинка в посуде. Я вам ее показывала, помню, один раз всего лишь. И даже не помню, по какому адресу у нас. Вообще у нас это не популярен товар. Почему-то не везде, я имею в виду, он есть. А так вижу, что он, в принципе, хороший. Это сковорода «Летая». Лучшая цена серия. По цене 744 рубля, 24 сантиметра в диаметре. Конечно, с антипригарным покрытием. Газовая плита, электрическая, стеклокерамическая и посудомоечная машина подходит для этой посуды. Но она без крышки идет и без длинной ручки. То есть вот с такими вот ручками. Производитель Россия, Тверская область. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за поддержку в виде пальчика вверх. До новых встреч. Всем пока.